занятия в кулинарной школе Махирун. Разумеется, в качестве инструктора мы пригласили Махиру Шину. Вообще-то мы у меня дома. Ну ты и зануда. Прости, что мы тут с утра. Ничего, ничего. Проследи, чтобы Читоса ничего не подмешала. Я могу готовить нормально, наверное. Вот как раз это «наверное» меня и смущает. Мне немного щекотно. Доброе утро. И тебе доброе утро.